Всем привет, дорогие друзья! И снова ваши любимые видеоблогеры, это PowerSlave и DemonLine, и снова мы у руля. Да, и как палка помните... истины не заставляет себя долго ждать, у всех палка своя, она все время на взводе, и мы продолжаем продолжать с палкой истины и палкой на голове. Щеткой, да, и как помните, мы остановились на интригующем таком моменте. Что же ждет нас на этаже выше, да? Сейчас мы сказать, что все-таки вот эти доспехи легионера, они все-таки нас спасают. Неплохо. С сиськами тоже. Да, я обратил внимание сам на нее. Так, мы поднимаемся, так. А с другой стороны... Да, Кинни хотят изнасиловать, ё-моё. Да, кстати, нам надо еще Кинни спасать. Минуточку, слушай, они насилуют принцессу, мы должны ворваться туда. Кстати, вот за той дверью, блин, Кинни. Давай, 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 вышибай ее. Да. А почему? Они держат ее здесь. Ну потому что он же мычал тут. Правильно, деньги надо сначала забрать, а девки подождут. Кстати, в полку можешь стрелять, видишь? Я вижу. Эфочку нажимай, вот так вот. Чувак, это хавана, блин. Ты понял, нифига себе, а что это вообще значило, я не знаю. Стреляющая. Надо было так, наверное, сначала. Да, наверное, но в него попало. Блин, ну ладно. Да давай уже, ладно, нападай на него. Блин, ты что-то не то получил. Да пофигу, нападай на него. Так, наклейка какая-то. Стреляй на него снежком. Нихера. Отойди. Нихрена. Ты да твою мать. Пукнуть на нее надо, чувак. На люстру, наверное, пукнуть надо. Да нет. Почему нет? А ни хрена. Блин, мы что-то не то сделали тут. Погоди. Вот, смотри, мигает. А ну ударь по столу. Блин, а, теперь надо подняться. Нет, да. Ух ты, блин. Забирай. Что забирай? Друзья, это вообще просто мега, это Тарзан. Это крутяк, не, ну ты понял, как он, блядь, долго. Принцесса довольна. Уровень 5. Это уровень. Мы открыли новый уровень. Не, так ты понял, нет, же просто на кровать залезть. Это вообще жесть. Пиздюлей отдать, блядь, он полез, хрен знает куда, блядь. Баттерс, пошли. Баттерс, блядь, в шоке. Принцесса гений, насколько жестоко не с тобой прыжок. Я не могу войти. Кажется, дверь закрыта. Я не могу повернуть ручку. Красава. Ты не можешь держать дверную ручку, Барт. Конечно, могу. У меня палка истины, якобы я управляю всем миром. Ой, ты у него палка истины? Он может это сделать? У него палка истины. Проклятие. Должен ведь быть какой-нибудь другой вход в эту дверь. Чипсы жрет. Ты не сможешь залезть сюда, лестница тут со мной, я ни за какие ковышки не открою. Нет, это выход. Вон хрен какой-то вверху. А я вижу, а то. Стреляй, нет. Кенни паник. Кенни изнасиловали, ребята. Доступно обновление. Капец, что происходит. Здесь сила исцеления нам не поможет. Меня ничто не остановит. Тогда я так и не, блин, бла. Так, смотри, это рисунок. Музыка вообще просто супер. Рука нарисована, смотри, чувак. А направь Баттерса туда. Выбери напарника. Давай. Направляй.
Что делать? Ну, направляй, F. Это, ребята, все из-за того, что мы раз в месяц играем в эту игру, блин. Да не, ну как направляй? Ну, наверх направляй, на чувака того. О, это такие. Сиськи, все дело в сиськах. О, ничего себе, какие шарики. Шарики? Отличная работа, отверчавшая принцесса Кинни. Эликсир силы, что ли? Да вообще, чувак, только нам надо, блин, затариться этим. Эликсиром исцеления. Опять. Кстати, мы сейчас с Кинни лазим. Да. Уф, это хорошо. Там крысы, кстати, Кинни управляет крысами. Кинни любит. Пукай здесь. Красава. Оба. Пошла жара. Так. Так, твое оружие мигает, значит жми. Для мощной атаки или кнопку F, чтобы пукнуть. Для правой кнопку для мощной атаки или кнопку F, чтобы пукнуть. А ну ты можешь пукнуть, кстати, когда они, ты понял? Пукай. Ни хрена. Не пукай. Mm-mm. Твою мать. Луком. Да можешь лука, давай, можешь давай, поцеловать. Давай. Нормально. Бля. Ты вылечился? Дядя Дима, ты вообще красавчик. Целую его нафиг. Вообще жесть. Так не, ну ты видел, что-то палка не сработала. Ну Кинни через капюшон рыгает, ребята. Рев дракона. Дыхание дракона. Бах, вот это круто. Так, принцесса Кинни, целую его. Хотя давай, двоих сейчас он засыпет. Ты ж помнишь, классы только надо, да? Избавься от них! Все, жесть, короче, комбо пошло. Он лечить, кстати, да. Лечить сам. Он большое исцеление, да. Не, вот это? Да-да-да. Давай. О, кстати, у нашего уже 248 здоровья. Это уже прикольно. Ох! Ох, хорошо. Это ж ты левой клавишей бил. Надо было правой. Да, мощнее так. Так, ребята, у нас новые перчатки. Забирай все. Открывай инвентарь. Давай сейчас на уровень. Нет, давай сейчас посмотрим, что мы можем... Здесь у нас все нормально. Так, дальше поехали. Мячик он новый доступен. Где, вот это? Да. Так, ну у нас ничего мощнее нету. Ниже поехали. Так, о. Четвертый уровень. А ну, что здесь у нас? Ох ты, блин. Да, пусть будет. Доспехи лесного. Да нет, так это будет. Мантия врага, нафиг надо. Одевай ту старую. Да, вот так. Все равно одинаковый уровень. Вот здесь, кстати. Друида лесного. Не, не надо. Тоже предатели перчатки. Бонг в защите лучше. Давай дальше. Смотри, что у нас там. Усы. Да нет, ну верни. Так, это у нас было все. Корзина, тоже всякие хрени. Какашка, которая пописала. Это вообще каламбур полный. Это вообще, бро. Ребята, пасхалок, в общем, полная игра. Все, внимание. Ты че дальше? Вон, стреляй в эту срань. Мигает.
Да не, это фигня, просто снежок кинь. Ты чё? Жесть. Давай, пожалуйста. Опа! Красава! Тебе некуда бежать, Бартон, дай мне палку истины. Тогда забери его у меня, король-волшебник. Сделай шаг вперед и испытай свою суть. Сделай шаг вперед и испытай свою суть. Пробел нажимай, блин, я же затрахался читать его. Ты в подметке не годишься великому мастеру. Эта полка принадлежит нам, и я использую всю свою бардовскую мощь против тебя. Ладно ты, братан, помахаться хочешь, давай сюда. Давай, я подобрались против тебя, чмо. Кто такой чмо? Для тебя это сэр чмо, и он сейчас тебя надерет в задницу. Все. Ух ты, блин, нихрена себе, чувак, мы его не вынесем. Но с нами Кенни. Не, давай. А чё крысы? Твою мать, мы ещё его атаковать не можем. Ребята, пальцы вверх с этой эпической поедем. Что это такое? Разряд молнии. Это Кенни может? Не, я просто отменил. Подожди, а что это были за новые способности? Ну, включи. Это Кенни или это ты? Молния внизу. Ну, поражая давай. Врага ударом молнии, расплавляя броню, уничтожающий. Ух ты. Да, ну, чувак, да подожди. Ее прием выполнять далее пару дней и получать несколько врагов. Чувак, это против бронированных вообще классная вещь. Ну не было, кстати. Ну так это новое, я ж тебе что и говорю. Давай, я не знаю, палкой. Да нет, палкой, надо было крысы своих крыс Кенни направить. Да нет. Не хочешь Кенни жертвовать? Да нет. Ну бей тогда как хочешь. Может пухнуть они. Просто они слабые, может стрелять, да, давай стреляй. Блин. Чувак, слабая. Ну ты, блин, не мог убить ее, что ли? Бай-бай, мои птички пляшут, наблюдай, расслабься, бай-бай. Усыпил. Блин, это говно. В жопу тебе спрачи стрелил. Это какой-то инвалид, чувак, он тебя уделает сейчас, блин. Два счета, бей его палкой. Во! Надо было вот этот молнию против него, против щита, понял? Ух ты, какая прелесть, моя прелесть. Давай попал. Да не надо, пока еще рано. Так, кем ты сейчас? Этим? Давай я. Давай вот эту, да, щит снимай. Нет. Попробуй щит снять с него, вот эту, да. Так на него не направляется. Хрень. Не, направляется, видишь, его цепляет. Видишь, захват идет. Давай, направляй. На несколько людей действует. О! Ну и чё? Ничего. Теперь Кенни стреляй. Во? Да можешь не в Вов, можешь в крыс. Он просто, мне кажется, новых крыс призовет. Охренеть! Дима, ты, блин, все проспал. Наш готовый, лечим. Что лечим? Воскрешай его, давай, используй, да, верхний. Так, это гобли... Нет, теперь его надо помочить. Давай на него поцелуй. Ну, Бар, ну держись, а? Лови кайф, Барт. Кстати, он не блюет. Не ни хера. Какой-то этот Барт супер крутой. Так убей эту крысу, нахер. Да не, ну он сильный. Стреляй в крысу, убери ее. Только так, чтобы уже конкретно добей. Спит. Бляха, муха! Глазки закрывай, синие сгоды забывай! Все, сейчас, блядь, сдохнем нахер за тебя. Ч
все же сдох. Да потому что. Лечи. Лечи, лечи его. Нашего. А потом кинь, используешь ульту. На крыс. Давай, ниже. Нет, вот это, да. Как вот это? Да, нет, выше. Вот это? Да. Ребят, извините, так напрягся. Дядя Дима что-то тупит стоит. А при чем здесь тупит? Сижу. Давай, все, теперь используй крысу Кенни, да. Верхнюю. Так Кенни не будет потом. Ну так у него осталось 35 житухи. Он потом воскреснет. Давай. А и Д, только понял, не мышь, а и Д. Так и что делать? Ну нажимай. Призывай крыс. Все вошла, жара. Одни глаза! 4 комбо, нормально. 5-5 даже. Блин, 1100, это жесть. Настало время использовать свою ульту. Отбивай. О, блин, ты обосрался, чувак. Ё-моё. Твою мать, это позор, сэр Чмо. Давай. Давай что-нибудь. Жесть, друзья. Ну, у нас 243, у него 1600. Ну, так а что делать? А может, у него пердануть можно, не? А у нас маны нету, нельзя. Блин. Да наша палка ему, знаешь, как затычка, да, в заднице, блин. Нормально. Кенни вернулся. Кенни пришел. Вот видишь, как хорошо. Сиськи ему покажи. Нет. Блин, ты чего? Ну, давай, что? Кенни, ты уйти. Атака хромает, это что, что нам надо? А то его звуковые волны реально очень больно бьют, ребят. Давай, 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 пошли, давай, 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 ты хочешь меня убить? Я хочу тебя просто изнасиловать. Нажимай! Да блин, твою мать! Да не работает все, ты просто путай. Глазки закрывай, все не воды забивай. Сейчас ты в жопу, блин, опять стрельнет, блин. Кстати, Кенни, когда в жопу стреляет сильнее, дебафит. Ух, да не получится там ничего. Так. Не, Карпмана мы не можем поменять на Карпмана его. Походу нет. Вот, поменять этого персонажа. Так. Так, давай еще, наверное, сиськи. Давай. Это, по-моему, главное. Это не... Мы сейчас палку заберем, и походу ну, все. Ну, по чувак. Идее, да, у него палка, надо сейчас забрать, а так как ромает. Чувак, мы должны его добить. Ребята, пальцы вверх. Если у вас даже не нажимается палец вверх, жмите еще раз, блин, как хотите. Просто эпик битва, эпик. Вселенная нас нуждается. Это все сущее от нас зависит сейчас. Палка истины у него. Ну, она ее, кстати, использует. Блин, сейчас готовься отбивать, да. Нет, нет. Блин. Блин. Лечись, наверное, лучше. Понятно. Да, давай это. Не, не кинь себя. Так, удар. Ну все, добивай наши. Хотя можно его поджечь, да, давай. Правильно, что-то мы на него, блин, вообще не использовали огонь. Хай он наречешь. Задолбал. О, нормально, он сейчас горит. Кстати, огонь не жрет со временем, нормально. Палкой, палкой его. О! Он в шоке. Все, уже нормально пошла жара. Кенни, давай ему. Это сиськи сейчас я не знаю, блин, у него. Хотя можешь и сиськи, у него и так дымах, как конкретный.
все нормально. Сейчас у нас не будет. Стреляй. Да похуй еще. Глазки закрывай, невзгоды вспоминай. Да нет, она как-то, наверное, все равно. Даже не зря она ж горит. Не зря, она ни разу не получилась. Опять кинем в жопу. Да не надо его лечить. Мы там добьешь его. Херач. Сиськи опять ему должны. Снять, а? У Кенни пенил. Пенил же, видишь, пенгал такой. Все, добиваю. Все, Кенни его и добил. Ребят, это победа. Да вот это я сражался, жесть. Да, респект. Палка наша! Ура! Так, давай, забирай все у барда, там вкусностей куча у него. Вернись в крепость. Костыль слабости. Оружие. Да, нахер. Потому что он крутой. Забирай здесь все. Найди его кроссовки. Шапочка лесного эльфа. Картман разговаривает. Готовы уйти, сэр Чмо? Да, он же сейчас нас перенесет, у него шпалка истина. Все, мы теперь красавчики. Да, все. Мы снова управляем вселенной. Палка истины вернулась законным владельцам. Молодцы, мужики. Чмо, за твои героические свершения, отважное самопожертвование великой битвы при доме Криса Донула, ныне посвящаю тебя в члены королевства крепости Купе. Добро пожаловать в Ки-Ки-Ки. Уже поздно, великому магистру пора баять. Ладно, мам, спасибо, что рассказала мне об этом. Завтра в школу, малыш, тебе с твоими друзьями необходимо отдохнуть. Мы не сраные друиды, мам, мы воины и маги. Ну все, живо в кровать, а вам всем пора по домам. Все, что ли? Задание выполнено. И темень такая на улице, знаешь. Кстати, мне кажется, нам надо на натуре домой же возвращаться. Уже да, поздно, да, пока да. Он уже нас вызывает. Ребята, когда мы вышли из дома? Наверное, месяца три назад. Может, в следующей части, наверное, пойдем домой. У нас довольно такая шикарная битва была. И... Давай сейчас пойдем, посмотрим реплику и закончим. Уже как бы там не было. Ну просто мне уже самому больше интересно. А ребятам так тем более будет интереснее посмотреть. Ладно, мы у Картмана дома. Может, мы у Картмана переночуем? А ну поговори с этой мамашей. Уже поздно, твои родители будут волноваться. А я же туда иду, да? Или туда? Так, мне кажется, мы здесь уже... А, вот да, вот. О, отлично. Копа-кип, видишь, копа-кип написано. Ну, открывай же этот. Ты, мне кажется, да, ты правильно идешь. Давай переместимся сейчас, дойдем до КПР. Подожди, вот это, по-моему, твоя хата была. Yeah. Вот это только что ты прошел. О, ты где? Мы повсюду тебя искали. Блин, ты же в шоке. Ты наказан, мастер. Отправляйся домой, я живо спать. А это что за перевернутый ремонт? Сейчас я хочу, чтобы ты отправился в постель, сынок. Иди спать. Все, друзья. Спокойной ночи, мальчик мой. Надеюсь, ты как рад, как мы. Теперь, когда мы перебрались в этот тихий горный городишко, все будет совсем хорошо. Ну, тихий. Вот это фунцел. Вообще страшно. Че это такое? Это че серьезно? Блин. Эльфы нас нашли. Не-не-не, это пришельцы, друзья! Ребята, это X-Files. Вот это будет интрига на следующую серию. И курица опять с сиськами. Его унесли! Блин, нас забрали. Мне опять приснилось, понятненько, это не снится мне.
Что происходит? Что они делают? О боже! Господи Иисусе, они говорят, попробуй этот большой серебристый еще раз! Ты видел, они его чпонят, ё-моё! Подожди, что они делают? Это что за хрень? Это дилда? Твою мать! Жми! Ё-моё! Ты высрал его, короче. Опять слышишь? Давай еще. Сильнее. Это блин, красава. Инопланетяне в шоке. Чувак, ты респектовал. Чего ему в жопу вставляю? Так, если что, надо, блин, еще. Смотри. Блин, хрень какая-то в жопе. Это что такое? Где эти хрень-то творится? Тебе впервые зондирую, да? Да, это больно. Но ты должен с этим смириться, если живешь в отдаленном городке. Зато у нас тут нет каких-то проблем. О, ты освободился, ты неплохо контролируешь свою задницу, малыш. А теперь ты можешь помочь мне освободиться. Да нахрен нам нужен этот педик усатый? Это, по-моему, пахан этого, блин. Стэн, или не Стэн, или как его, или Кейла, блядь, я уже не помню. Как давай будем заниматься задницей. Ребята, это интрига, пожалуй. Жесть, короче, это будет в следующей части. Ну такая именно. Спасибо за внимание. Это, наверное, будет на эту. На заставку. На обложку, это на превьюшку будет видео. Это ужас. Я даже не знаю, такой. Жесткач вообще. В общем, спасибо за внимание. Мы сорвали немного голос уже, подустали. Продолжим в следующий раз. Всем пока.